think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня открылся новый архидемон. Решил я забежать на твинка, посмотреть, что и как он делает. Наносит чистый дамаг. Но я смотрю, он какой-то реально жесткий. Наносит чистый дамаг. Быстрый набор энергии. Дамаг наносит двум вражеским целям. Я смотрю, что прилетает вроде как бы рандомно. Сейчас посмотрим. Хочу посмотреть его специфику и пойдем на основу, попробуем там тоже сделать что-то. Набить. Да, интересный, интересный демон. Тут у меня нету питомцев, смотрите, я только одного убил сейчас. Ну, такое, знаете, по дамагу я бы не сказал, что он особо много и дамажит. Жесткий. Но бьет дофига, как видите. Но дамага особо много нету. Скажем так, у меня герои не особо проседают с 30-м прорывом, но отхил хоть какой-то нужен будет. Однозначно. То есть он не парализуется. У него куча неуязов. Так, начал барда бить. Это интересно. Перейдем на основу, попробуем там наш состав. Вот еще одного убили. Ну, в принципе, убивается, как и все остальные. Сейчас посмотрим, что будет. Я попробую собрать. Ну, у меня тут нету героев прокачанных. Я не качал героев под архидемона. Поэтому особо много дамага мы здесь не нанесем. Таким составом, плюс они не собраны совсем. Вот такой вот. Наносит чистый дамаг. То есть чистый дамаг и набор энергии у него. Наносит чистый дамаг двум вражеским целям. Кулдаун 0.3. Архидемон получает 100 энергии каждых 0.3 секунды, когда у него меньше 60%. Имеет иммунитет. Молчанка, стан, заморозка, паралич, инхибит, не помню, окаменение, по-моему, если не ошибаюсь. И забор энергии не может получить больше 500к дамага. Ну, такое, знаете, сказать, чтобы прям мега он там был жесткий, я бы не сказал. Сейчас попробуем хотя бы собрать, что у нас было. Тыковка. Ну, и тут все не прокачанные, поэтому толку. Толку, по сути, никакого нет. Давайте даже не будем заморачиваться. Так, попробуем. Мне интересно посмотреть, как он работает вообще. Так, давайте одного огника закинем для начала. Вот типа, я не помню, у кого-то была такая ульта похожая. Так, хорошо, если закинем тыковку. Но видите, надо все равно хоть какой-то отхил. Тыковка проседает. То есть без отхила на него бегать тоже смысла нет. Надо хотя бы какого-то питомца, который будет хилить. То есть отхил однозначно нужен. Нифига себе, Фрейя проседает. У него там за дамаг такой опять что ли пробивает через этот.
через ограничения, то, судя по всему, да. Смотрите, Фрея как проседает. По 100, да, по 100 тысяч бьет. Ну, то есть у вас должен быть питомец один для отхила однозначно. Ну, 100к наносит дамага. Я бы не сказал, что это много. Может, там еще и оккультист режет. Ну да, 104, 104 тысячи. Смотрю, наносит. Ну, не особо такой и большой дамаг, я вам скажу. Но на него, смотрю, мало что работает. Я не помню, такой вроде архидемон был на Айсе. Похожий был вроде. Четыре, ну видите, даже меньше набили, вот так вот. Интересный архидемон, ну, шестерку понабивали, это потолок. Так, поехали, попробую сейчас попытку собрать на основе. Посмотрим, что там у нас получится. Экран не открыл. Такс. Так. Видимо, этот Рея. В принципе, без разницы, кого ставить. Он, по сути, дамажит. Так. Пробовать ворожея для отхила. Хотя, в принципе, ворожея для отхила он нам толку никакого не даст. Попробуем сейчас. Этого укротителя я уже убрал. Попробовать вариант с огником. Поехали, соберем героев. Так, спробуем наш добренький старенький состав. Так, этот собран сюда, закинь. Так. Тыковку попробую сейчас заодно и проверим. Так. Сила и раскол. Посмотрим, что по отхилу. Сейчас надо еще что-то поставить. Так, ведьмочка щекобумом. Фрейка. У нас на Фрейке спектр стоял. Да, поставим сюда. Пиромага.
Так, тут мы сделаем. Заморозка на него не влияет. Поставим бычка. Так, стрелок. Тоже бычок будет. Так, и огник. Надо кого-то с отхилом поставить. Поставить этого питомца. 1% максимальной жизни. В принципе, должен отхиливать нормально. Но попробуем, давайте, такой вариант. Поехали. Делаем первый тест. Дальше будем пробовать. Так. Вроде всех собрал. Будем стартовать, я думаю, с тыковки. Посмотрим, хватит ли нам отхила. В принципе, отхила должно. Или не хватит? Не, не хватает отхила. Смотрите, как отлетают. Отхила очень мало. Вот так вот. Просто герои разлетелись. Жесть. Хоть бери сюда, не знаю, вместо тогда этого брать ворожея как вариант. Делать ворожея. Это, конечно, будет жестко ворожая переделать. Сейчас мы попробуем. Сделаем ворожая наоборот. Ну, топовый состав, как видите, мой отлетел моментально. Вообще просто разлетелся нафиг. Можно было десятку, в принципе, это я что-то поспешил качать и качать. Смысленно было. Попробуем сейчас ворожея. Да, круто. Крутой архидемон. Так. Так. Тогда если у нас будет ворожей... В принципе, сокника не ставить питомца на отхил, ставить панчбокса, ой, на дамаг. Ехали, такой вариант попробуем с ворожаем, посмотрим, спасет ли нас это. Так. Овника убрали. Но я надеюсь, тут уже отхила ворожея нам хватит для того, чтобы его быстро убивать. Хотя, смотрите, проседают все равно очень жестко. Но пока держимся. Да, жестко он бьет, я вам скажу. Очень даже жестко.
Ну, по времени, смотрите, тыковка, улаживаемся на 6 архидемонов. Все-таки тыковка на 15 скилл побыстрее дает разбор. Да, герои, конечно, жестко проседают, тут ничего не скажешь. Это жесть полная. Надо попробовать будет. Хотя, в принципе, он вроде зонально бьет, поэтому без разницы, как вы выкинете ее. Спереди, сзади. По сути, ни на что влиять не будет. Ну, ровно четко идем на 6. Да, смотрите, он по 200 наносит. По 200 када мага. То есть оккультист все-таки резал. 232, я смотрю, дамага. Нехило так. Да, ребята, это что-то новое. Новое и интересное, в принципе. Будем пробовать подбирать под него состав. Но реально архидемон интересный и хороший. Ну, 6 набили. А потом я поменяю еще, попробую другие варианты. Ну, как видите, ровно четенько 6. Вот такой вот новый архидемон. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.